как и прежде, веселится и ликует весь народ. В чистом поле поезд мчится, дым колечками идет. Цель вояжа не ясна, но куча гаджетов видна. Поезд тот с приставкой «Нано». Пусть любуется страна. Создан он не для туризма, он везет благую весть. В этом чуде футуризма для всех бед решение есть. Честь по чести, без обмана, разъяснит экскурсовод, что такое это «Нано». Налетай, честной народ! Пересуды, разговоры, чудеса для мужика. Вместо окон — мониторы под названием ЖК, тренажеры для пилотов и учебник из пластмасс. В общем, много наворотов предусмотрено для нас. Вот стоит модель Сапсана, что еще к нам не проник. А кому особо нано, есть большой нано-нужник. После нано-ресторана и его нано-еды людям ведь куда-то нано сбросить часть нано-нужды. Интересно, что еще нам поезд сей преподнесет? Ну, пройдемся по вагонам. Чем наука нас спасет? Есть вагон с бассейном детским, есть детсадовский вагон, пляжный и рыболовецкий, и купейный спа-салон. Есть вагон перинатальный на 130 койко-мест. В общем, поезд уникальный, все решит в один присест. Да мы с ним всех переплюнем, нам подходит, все, берем. Только розовые слюни рукавами подотрем. Побежал состав по рельсам. Начала всех мысль точить. Как бы нам, эпикурейцам, на подножку заскочить? Эй, вонятка, улыбайся. Вдруг нас поезд подождет. Вдруг учебник от Чубайса и тебе перепадет. Стук колес заглушит фразы. Мимо села, пыль, закат. Люди из перевал-базы держат ватманский плакат. Что за надпись? Непонятно. Поезд мчит, не заглянуть. Написали, вероятно, пожелание в добрый путь. Добрый путь, он пригодится, как ни кинь, со всех сторон. Пока в чистом поле мчится чудотворный эшелон. Нано-поезд мглу прорежет, и с молитвой о Творце нам в тоннеле свет забрежет. Не в начале, так в конце.